надо. Так, тема моего мероприятия, ну, я сократил вообще вар-машин в целую очередь до метательных машин на рейх, хотя у нас есть планы, я готов там потом обсудить про более сложные механизмы. Соответственно, я буду рассказывать про всякие стрелялки, имитирующие метательную технику, так условно, а-ля средневековая, хотя на самом деле не только в Первой мировой войне такая техника вполне себе применялась. У нас в ролевых играх достаточно развиты всякие пушки на петардах, да? Вот там на стимпанке я экспериментировал с пневматическими пушками, но это все, в общем, так, техногенка, да? Я хочу поговорить именно о, условно говоря, средневековых технологиях. Итак, зачем? Коротко. Древние, да? Там, лет 20 назад мы начинали с плащами из занавесок, алебардами, там, сказать, мечами из ниш и катапультами на резинках от трусов. Прошло 20 лет, у нас алебарды, которые в случае зомби-апокалипсиса наточил и готово, плащи у нас из занавесок, но уже из ткани стоимостью, как бы там, гардин много тысяч рублей за квадратный дециметр, а большая часть катапульт, ну вот там все примерно как было, так и осталось. И поэтому сейчас реально... катапульты, осадная техника на большинстве игр, она вот реально флюмаж из павлиньих перьев на рыцарском шлеме. Иметь положено, выглядит красиво, толку, ну, никакого. Соответственно, кроме этого, ну, опять-таки, возможно, сейчас начинаю гундёж на тему, раньше там трава была зеленее, небо светлее и всё такое, но раньше штурмы, вот просто будет интересно потом дойти и посмотреть, да, раньше, во-первых, в боевку мог пойти, ну, практически любой, он не становился там ланцелотом, но он хотя бы что-то мог. Вот. И штурмы, ну, были сложные и интересные. Сейчас, из того, что я вижу, а я там, ну, достаточно часто езжу, хотя я не принимаю непосредственно участие в боевках на играх, как у нас есть ворота и бодающиеся две электрички. По большому счету, эти ворота можно обозначить вешечками и не поменяются, ну, почти ничего. С моей точки зрения, вар-машины — это возможность как раз, во-первых, все это немножко поменять. Во-вторых, вар-машины требуют более сложного взаимодействия между родами войск, кроме как, ну, лучники будут стоять здесь и стрелять туда. И мы это проходили на Железном Троне, да, где в начале штурма нам говорили: «Вы со своей катапультой туда!» А к середине так вот: «Вот встаньте, пожалуйста, сюда и стреляйте, пожалуйста, вот сюда, вот эти парни со щитами будут вас прикрывать». То есть, в принципе, это та ситуация, когда вар-машина позволяет, ну, создавать, условно говоря, игру вокруг себя. И поэтому мне это интересно. Итак, цели, условно сказать, цели, задачи, граничные условия остатной техники в игре. Ну, во-первых, это красиво, это круто и вообще. Уничтожение построек. Соответственно, понятно, там игровые строения, ворота, фортификация и так далее. Уничтожение живой силы. Тут несколько сложнее, но в принципе тоже возможно. Ну, с этим могут справляться и другие, как бы, военной техники, но тем не менее. Специальные задачи какие-то уникальные, ну там можно много что придумать, не знаю, там специальное поражение какой-нибудь цели, выполнение какой-то миссии и так далее. Значит, цели, значит, какие ограничения есть у подобных машин? Ну, первое, понятное дело, это безопасность, в плане того, что машина должна быть безопасна и для того, по кому она применяется, и для того, кто ее применяет. Надо сказать, что одной из систем нашей отладки было то, что мы несколько раз доводили, ну, в том числе и намеренно, наши машины до критического факапа, полома, да, и смотрели, вот как оно сломается. И не убьет ли никого. Потому что надо сказать, что мой первый эксперимент над катапультой, который я там делал лет, наверное, 17 назад, закончился на том, что я закручивал торсион, который у меня фиксировал гвоздь соткой без шляпки и без острия, и в какой-то момент у меня выскакивает из пальцев, пролетает мимо головы и втыкается в деревянное основание стены, обивку стены. Ну, после этого я вар-машинами еще лет 5 не занимался, потому что, как бы, ну, слегка. С другой стороны, опять-таки, самое тяжелое повреждение, полученное осадной машиной, которое я помню еще, опять-таки, не на диком огне, а вот та игра, которая была в параллелке в том же сезоне, человеку сломало нос, потому что он взводил машину вот так, он ее взвел, положил и отпустил. Ну нет, в принципе, жив остался. Репродуктивный. Но был близок, да. Значит, какие дальше тут ограничения? Дальность. Ну, с моей точки зрения, вар-машина начинает, стрелковая вар-машина начинает быть эффективной, когда она достаточно прицельно стреляет на ту дальность, на которую лучник уже стреляет по площади.
момент уже можно начинать как бы соревноваться. Потому что лучник выигрывает у вас по скорострельности, но вы можете там прятаться в местности, прикрыть себя щитовиками, а у вас то преимущество, что вы попали, ну если не убили, то по крайней мере зело поцарапали. Скорострельность. Тут есть как плюсы, так и минусы, потому что та самая катапульта на резинке из трусов обладала, соответственно, одним очень серьезным преимуществом. Скорострельностью примерно чпок, 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 чпок. И надо сказать, что на железном троне нечто подобное там мелькало. Его быстро заткнули, но тем не менее. У нас, кстати, один из образцов, который мы завтра покажем. В принципе, вот мы будем ухудшать его в этом положении, потому что на нем можно получить скорострельность, ну так, 30 выстрелов в минуту, если из двух человек, второй так должен мячик попасть. То есть, в принципе, если очень постараться, то можно 30 выстрелов в минуту и одному выдать. Понятное дело, что это, ну, плохая идея. С другой стороны, обратная сторона — это медленность. Надо понимать, что исторические реальные машины, как бы выдает она выстрел там типа в 15 минут, это обалденно, а выстрел в час тоже в целом норм. В конце концов, вражеская там цитадель, в которой вы будете ломать зубцы, никуда от вас не убежит. Для игры нужен некоторый баланс. Эффективность, как бы, тактико-технические характеристики, правила игры. Я буду подробно останавливаться на этом несколько позже, да, что желательно, чтобы правила, ну, учитывали наличие на игре вар-машин, и, ну, не то чтобы под них были написаны, но, тем не менее, как-то с этим коррелируется. В этом плане, кстати, на Железном троне, спасибо мастерам по боевке, которые прям пошли навстречу, и было некое общение, по результатам которых происходило как бы утряска. С черным отрядом, ну, сейчас тоже, в общем-то, сказать, что там делать. Опять-таки, эффективность и правила. Есть такое правило, которое, в принципе, не фанат, не любил никогда. Это типа, строение разрушается по жизни. Если у вас есть осадная техника, то нафиг это правило вообще однозначно. Не проблема с помощью вар-машины сломать построенную игроками стену. Проблема, куда девать труп того дурака, который будет за этой стеной стоять. В тот момент, когда эта стена сломается. В смысле, построить требушек, который будет там кидать, не знаю, кусок бордюра и проламывать при этом горбы. И череп примерно так же, в крайнем случае, следующим выстрелом. То есть, опять-таки, сложность тут ровно в том, что оно должно быть и не слишком слабым, и не избыточно мощным. Антуражность. Ну, спор декоратора с фортификатором. Вам надо, чтобы оно работало или чтобы оно выглядело. Надо сказать, что очень многие машины, я не готов говорить все, кто сейчас там, не все отслеживал, но большая часть того, что я видел сейчас в ролевых играх, в том числе и наша, да, принадлежит к одному из двух категорий. Оно классно стреляет, но более-менее, или классно выглядит, но более-менее. Перечислений, как бы, вот, ну, в смысле, пересечений, прям вот, вот количество такое, чем ближе они к середине, тем меньше, 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 в середине, по-моему, вообще ноль. То есть я несколько раз видел машины, которые выглядели прямо прекрасно, а потом они начинают из нее стрелять, и единственное, чего ты можешь пострадать, это хохот. Как бы, или, ну, наоборот, вот это стенд, но я видел и на играх что-то подобное, как бы, ну, мы потом это соберем, покажем, да, когда вытаскивают, работает классно, но только внешний вид. Ну и аутентичность. С аутентичностью большая проблема, потому что, с одной стороны, у нас есть всякая фэнтези, где есть все что угодно, и авторы фэнтези даже, типа, когда пишут не магию, иногда пишут «Ой, мама родная», ну, типа, у того же Мартина где-то упоминается мельком, насколько я помню, там момент, возможно, это, кстати, ошибка перевода, но тем не менее, когда в лагере, идущем к осаде, везут собранную осадную башню, так сказать. Вот. Ну, есть еще трудности перевода, мы тоже там про это, соответственно, поймем. Что касается исторических образцов, опять-таки есть та проблема, что очень многие вещи, которые считаются историческими образцами, на самом деле ими не являются. Типа там машины, которые приписываются Леонардо да Винчи, ну да, наверное, он их чертил, только он их начертил, он много чего начертил. Не советую прыгать с самолета с парашютом его конструкции, хотя он, безусловно, великий ученый. Вот. И тут тоже бывают всякие плюс. Я, у меня, по-моему, есть картинка, потом чуть позже, значит, одну из катапульт, которые фигурируют везде, от сериала «Рим» до там кучи-кучи сериалов, и, ну, это полное фуфло. Ну, в смысле, что это работать не будет. Лошковая катапульта не может стрелять в принципе. Типа того. Итак, значит, игровые правила, необходимые достаточные условия, некоторые соображения и так далее. Ну, анализ правил, как бы, это не совсем громко. Тем не менее, возможности, да, то есть у осадной техники должны быть какие-то преимущества перед луком или мечом, потому что, ну, правда, как бы, если эту проблему можно решить методом «дал алебарду по башке», то расходимся, пацаны, как бы. Ну, проблемы стоит. Да. Ограничения. Ну, как я уже сказал, есть техника безопасности с одной стороны, соответственно, и эффективность этих машин с другой. Ну, то есть, если вы свою игровую катапульту, не знаю, там,
перевозите полдня, собираете 3 часа, и потом она стреляет один выстрел в час, ну, наверное, вам будут очень рады на реконструкторском фестивале. Как бы на ролевой игре, ой. Соответственно... Все форумы гадно испытывают. Смотри, да, ну это такой, как бы... Следующий. Отвечу в кулуарах, да, потом... Боеприпас. Разберем позже чуть подробнее, да, на вопрос боеприпаса. В общем, ну такой, он есть, есть разные варианты решения со своими плюсами и минусами. Итак, источниковая база, аутентичная гарда. Ну вот, смотрите, это Первая мировая война. Причем вот этот образец даже сильнее. Для метания гранат. Соответственно, это не то, чтобы я нарыл 2 машинки, которые использовались, их там, если просто ввести в поисковик, вариантов, вагоны маленькой тележкой, многие из них производились сильно. Самый ранний период, значит, осадная техника, осадная башня, впервые источники, это осадная башня в Египте. У ассирийцев осадной техники было много разной, причем она даже эволюционировала. Пик, как это ни смешно, не Древняя Греция, как многие считают, а примерно первый такой всплеск, это походы Александра примерно этот период, ну и потом Древний Рим, где опять-таки была куча всего. В следующий раз это уже Средневековье, Трибуше и вот это все. Тем не менее, исторические периоды, в которые мы можем это брать, как бы их достаточно много. Если интересует, сейчас не буду там мега подробно разбирать, но в принципе, 2 самые простые книжки на русском, которые как бы и простые, и при этом, ну в смысле, читаются достаточно электронные книги, все есть. Носов, осадная техника античности Средневековья, и Носов, осадная техника и крепости на Руси. Очень все подробно расписано, там куча примеров, причем с историческими источниками. Сейчас же только упомянем, что в принципе практически к любому историческому периоду, от там, прошу, не каменного века, хотя поди докажи, что нету, до, соответственно, как минимум Первой мировой войны включительно, пожалуйста. Ну и да, пардон, минутку политоты, Майдан там тоже был. Если кто-то. Все мы читали эту историю, на самом деле. Вот, соответственно, то есть мы можем брать, ну, использовать это крайне много где. Собственно, источниковая база. Вот это вот самое, которое с дугой, ложкой, ну, не знаю, там, ложка мечта циклопа, и вот это все, вот эта машина фигурирует в куче мест, и, ну, это не будет работать. Прям, ну, не знаю, там, положить в нее яйцо и разбить его, да, можно. А лук-то зачем? А лук, вместо Торсиона. Нет, Торсиона. Лук, соответственно, вот сюда веревка, оттягивание ложки взводит лук, и таким образом сообщается энергия. Лук. Ложка стреляет луком. Лук, ложка. Эта машинка фигурирует, начиная от сериала Рим, который в принципе достаточно неплох. Орлик, это машинка, которая должна стоять на стене. Она должна перекинуть... Смотри, это машинка, которая не должна существовать, точка. Заметим, что стоит она в каком-то замке, я сейчас не помню, в каком. В каком это лютый новодел 19 века, там, типа, вот как. Со стены без нее, короче. Да. Соответственно, опять-таки, ну вот здесь собраны конструкции, как бы, такие, которые, типа, вот фигурируют в куче источников, но чем подробнее их разбираешь, тем больше вероятность того, что походу их не было или они были какими-то лютыми экспериментами. Ну вот Китай разве что, они много с чем пробовали, но у китайцев своя специфика. В частности, например, состоящая в том, что у них с доспехами было странно, и они часто предпочитали такие, фактически это не столько катапульта, сколько залповый, ну, лук-арбалет. То есть по мощности он, соответственно, на мой взгляд, не может работать. Нижний что не так? У меня очень большие вопросы по... с кинетической мощностью этой штуки. Щелбанный спрингал. Да, выглядит как очень интересно, очень красиво. А теперь убираем вот этот желоб, просто это кладем сюда, а лучше в стандартную, соответственно, сетку, и получаем гораздо большую мощность. То есть выглядит как игра ума. Здесь, обратите внимание, 2 боеприпаса, то есть вы получаете 2 снаряда, летящих по абсолютно разным траекториям. При этом мощность, соответственно, каждого отдельного выстрела падает вдвое с апроматными нож, как бы и... Опять-таки, вот это, по-моему, то ли леонардовская, то ли еще чья-то, как в научном трактате, короче, судя по всему, в чистом виде игра ума. Соответственно, псевдоисторические источники, разная литература и фильмы в этом плане дают раздолье по куче всевозможных вещей, начиная там с «Властелина колец», где есть как вполне нормальные трибушеты, стреляющие, соответственно, со стен Миностелита, если не ошибаюсь. Правда, стреляющие почему-то, ну, не обработанными снарядами, какими-то кусками
обалденно смотрятся в кадре, но попадать вы из нее будете примерно вот туда и, возможно, немножко туда. Так, а на горке до горизонта, там нормально. Еще раз, смотрите, у трибушета есть такая особенность, которая упоминается как в исторических источниках, так и подтверждается экспериментами. Известный случай, когда трибушет разрушал сам себя, сделав пум! И совсем отдельные везунчики получали выстрел туда. Это, кстати... Так что вот прям опасно. Вот. Плюс там идет все-таки начало боя, к этому моменту, по идее, должен быть какой-то БК еще. Потому что, понятное дело, я про это буду говорить, на ролевых это особенно остро ощущается. Чем больше калиброванный у вас боеприпас, тем больше шансов, что вы попадете куда целитесь, а не в направлении, в котором целитесь. Вот. Соответственно, ну... Господи, в хрониках Нарнии по поводу сна разума есть какие-то обалденные машины ротационные. Да, четырехлопастные трибюшеты. Да-да-да. Ну, то есть, в целом, из фильмов можно найти массу всего. Иногда понимаешь, что да, вот в это, если вставить электродвижок и сказать трабла-магла-бла-бла, бумс, магия, можно получать прям обалденные вещи. Вот это мечта. Реконструкция фильмов – это мечта. Но это очень узкопрофильная вещь. В смысле, это прям фэнтези-фэнтези такое вот-вот-вот магическое. Соответственно, книги, как я уже сказал, многие авторы типа Мартина, которые, ну, магии там немного, и по идее боевка у него списана со стандартной, типа средневековой, но проблема в том, что то, что они начинают описывать иногда в виде осадной техники, вот типа собранной осадной башни, которую везут. Если что, вся осадная техника, ну, если это больше римского условно говоря, скорпиона с расчетом из двух человек, перевозится в разобранном виде. А как же перевозка домов? Вот. Соответственно, то есть к книгам надо относиться осторожно в том плане, что если вам нужно сказать, смотрите, вот на нашей игре будет так, потому что в первоисточнике так, это один разговор. Но переносить один первоисточник в другой первоисточник, ну, в смысле, на другую игру и так далее, ну, не нужно. Второй момент по поводу книг – это трудности перевода. Мы в свое время хватались за голову, зарывались в книжки, и вон там Петр гуглил, соответственно, на английском. Если кто-то помнит, во второй или в третьей части «Черного отряда» упоминается артиллерия в смысле пушки, которые стреляют, соответственно, а потом взрываются. Да. Так вот, переводчик, как-то передайте переводчику «Цам Цезёл», подпись «Цирдан Цирабел». Потому что вообще-то артиллерия – это не только пушки, это в принципе все, что метает снаряды. Поэтому по английской, как бы там, наверное, другим еще, так сказать, терминологиям тут уже утверждать однозначно не буду, артиллерия, катапульты тоже артиллерия. А то, что там в тексте упоминается как взрыв, на английском скорее оно вспыхнуло. И более того, они там еще по английскому тексту еще привозят и собирают. А надо сказать, что традиция... А может там было дистракшн, типа разрушение? Ну, мы потом, если что, я прям готов выкинуть, я не успел вставить презентажку, у меня есть вообще эти тексты, прям про слова. Они как бы артиллерии, а не кэнов. Вот, то есть проблемы перевода тоже возникают, никаких других упоминаний именно об артиллерии нет, а как раз традиция сбора из говна и палок больших стрелятул у Кука в некотором количестве, как бы об этом расскажет знаток хромой, например. Соответственно, то есть проблема с артиллерией по источникам состоит в том числе и в том, что кроме, так сказать, не очень грамотности автора в вопросе, на это можно накидывать еще и не очень грамотность в вопросе переводчиков. Что тоже, в общем, ну, как бы, порождает некоторые сложности. Боеприпасы. Стандартный, пришедший к нам из артиллерии петардовой, боеприпас – это мячик. Особенно маги у нас еще полюбили кидать мячики, и типа мячики – это круто. Моя точка зрения, что мячик в качестве боеприпаса – это наилучший вариант из всех наигрушек. Значит, почему? Как известно, страйкбол – игра для честных, а нерф – игра для честных и наблюдательных. Соответственно, вот боеприпасы на мячиках примерно та же ерунда. В смысле, тот, в кого попали, если попали хорошо, он, конечно, понимает. Тот, кто выстрелил, но он тоже старается отслеживать, хотя это не всегда получается, потому что когда ты высунулся, выстрелил и быстренько прячешься. Со стороны это заметно, ну, достаточно мало. В противовес этой истории, вот у нас на Железном троне один из штурмов мелких, куда мы пошли, и там картина, значит, боец на стене, в него то ли попала стрела, то ли не попала стрела, ну и классическая история, как бы,
в тебя, падла, попали, ой, нет, это чиркнул по плащу, и вот он стоит за стеной, рулится, и пока он рулится, мы в него вламываем вот это. И прям всем видно, что в него попало. И парень такой, да, и уходит. Вот аплодисменты. То есть преимущество, ну, вот таких боеприпасов, да, не по свету, про это тоже отдельно расскажем. В том, что, ну, все видят, куда оно летит, и все видят, куда оно приходит. Соответственно, таким образом, ну, с моей точки зрения, все-таки боеприпас должен быть более крупного размера, чем теннисный мяч. Несомненно, у теннисных мячей есть преимущества. Это преимущества какие? Ну, во-первых, относительно дешевая цена. Во-вторых, главное преимущество, что они типовые, то есть пошел, купил сколько надо, и да, куплены в разных магазинах, в разных сериях, они могут там отличаться в весе на сколько-то там грамм, но в целом не критичное слово совсем по сравнению с почти всеми другими методами. Тем не менее, на этом, в общем, плюс за качество. А, да, еще вы задолбаетесь его красить, потому что он мохнатенький. Мохнатенькую вещь, ну, красить можно либо методом погружения в краску, во-первых, тогда у вас сходит много краски, во-вторых, вы получаете вещь, которую вы получаете. Помойте лица, будет уже неприятно. Да и вообще теннисный мячик, он в принципе не очень приятно получает. В этом плане эта штука даже с водой будет гуманнее. Соответственно, ну и он достаточно жесткий. Вот. Плюс самый главный минус, с моей точки зрения, он мало заметный. Да, у нас был один вариант использования, соответственно, теннисного мяча, когда мы одевали его на стрелу и пробовали использовать в качестве смягчения. Вот что получается, когда стрела попадает в металлический столб в 20 метрах. Ну, у нас еще есть отдельная фоточка, здесь еще и метод, где на столбе красочку слегка потерла. Но это вот стрела, просто пластиковая труба, вот эта вот, собственно, огромная же труба, просто его пробила. Поэтому, ну, нет, не делайте так. Как делать, мы расскажем в следующем слайде. Значит, что я считаю оптимальным вариантом боеприпасов для крупных камнеметов? Для ролевых игр правила по железному труду изначально говорили 40, по-моему, или 50 сантиметров и 1 килограмм. 700 кило. Или 700, вот с места. Да, мы если его предложили, кто из мастерской группы готов получить баскетбольным мячом, соответственно, и начали сразу падать, как бы, Орли, цифры. Такое всегда в первой версии программы. Естественно. Проблема в том, что, я не помню, вложил ли я сюда эту фоточку, но есть замечательная фоточка, где мы спросили у мастера на полигоне параметры. Барышня, ну, как кто-то из посредников залезла в правилах, и как мы потом предположили и проверив уже после игры убедились, достала первую версию правил. И это, кстати, ну, проблема в том, что еще вот как бы смена версии правил, проблема не только для характерной, для артиллерии, боже упаси, но тем не менее здесь тоже проявляется, что правила поменяли, не всем пришли распечатки, начинается разное. В конечном итоге правила были, не помню, там 20-30 сантиметров и вес 500 грамм. Собственно, мы брали мячик, в конечном итоге у нас боеприпасы были чуть поменьше. Мячик, причем мячик из Декатлона стоил что-то порядка, сейчас больше 50, что ли, по-моему, рублей. Ну, типа того. И с помощью, ну, это другой, это то, что использовали на хрониках черного отряда, потому что они были недавно, и в лесу они не стреляли мячиками с водой ночью зимой. Те были чуть пожестче. Они чуть... такой же конструкции приблизительно, да. Просто там чуть потолще резина, они лучше держали удар. Потому что эти, скорее всего, будут рваться, если им попадать. Орлик, скажи, что они доливались водой так по низу. Вот, да. Так вот, собственно, берется мячик, чтобы, почему здесь фоточка на весах, да, как бы. Мячик, дальше обычный насос для мячей, заливается водой и доводится до, соответственно, нужного веса. Соответственно, это, ну, не очень быстро, хотя, например, быстрее по времени, чем сделать с нуля какую-нибудь там стрелу или арбалетный болт. Достаточно калиброванные по диаметру, соответственно, потому что они надуваются, они продаются, как правило, сдутыми. Но опять-таки мы делали шаблон фанерный, в который вкладывали этот мячик и докачивали его, соответственно, до нужного размера. Достаточно калиброванные по диаметру, четко калиброванные по весу, дают очень хорошую кучность. Отдельно весело смотреть, когда он летит, ну, видимо, из-за того, что он движется вода, он летит немножко вот так. Как бы, и в этом... немножко? Да, именно немножко. Ну, то есть там... Он держится на траектории, но... Да, вот он четко держится болтается. На траектории, но при этом слегка болтается вот ровно по кругу. То есть вода летит ровно, а шарик болтается вокруг воды. Да. Выглядит страшно. Честно говоря, у меня первая ассоциация четко с Птуром, который, соответственно, наводится на цель. Не знаю, у меня прет. Вот.
Очень серьезная ошибка, которую мы допустили с этими мечами и фу-фу-фу быть такими, как мы в данном разрезе. Их надо красить. Особенно было весело. Часть мечей у нас была зеленая. И когда мы при штурме Королевской гавани начали кидать, в том числе в качестве камней со стен, со стены полетели зеленые мячики, там начались вопросы. Подождите, что-то мы помним, дикий огонь, зеленый цвет, что это? Не надо так делать. По поводу краски, не надо красить краской из баллончика, потому что краска из баллончика, она для торопливых и богатых. Ну, в смысле того, что за стоимость одного баллончика приличной краски вы купите, ну, не то чтобы ведро, но ведерко краски обычной. Это будет чуть-чуть дольше, зато, соответственно, сильно дешевле. Прям реально сильно, разница в разы по цене. Ну, да, поэтому, соответственно... Можно с компрессором, можно кисточкой, ну... Милая дева сидит с банкой, кисточкой там, в перчатках и переднике, и за там, не знаю, полчаса красит их в изрядном количестве. Акунаса. Не пробовали, но тема интересная. Так, ну, то есть, акунате его топить придется. В принципе, одеть перчатки почему? И притопить. 12-литровое ведро. В принципе, да, главное не забыть, что Архимед и все такое, чтобы ведро было достаточно. Главная проблема. Главная проблема, что вот, например, на такой пластик почти ничего не ложится. Смотри, мы купили первое попавшееся неакриловое и ложилось прекрасно. Более того, выдерживало сколько-то попаданий, не отшелушиваясь даже критично. Одну секунду, буквально. Да. Есть способ сушки. Вот если вы сушите погружением, если вы их раскидаете, на что бы вы их ни покидали, у них будет вот эта мокрая сторона, ну, да, будет стекать. Несколько досок просто забитыми гвоздями, щетка с гвоздями. Я понял. Ну, и просто выкладывается, и предмет лежит на остриях всегда. Это такой известный способ покраски. Спасибо, Соломонович. Вот, в общем, смысл в том, что, соответственно, вот я считаю, что примерно вот такая штука с водой, ну, для зимних игр без воды, да, это оптимальный вариант боеприпаса. Есть, правда, один минус, когда шарик теннисный дает вам преимущество, и это тот вопрос, на который у меня нет сейчас ответа из серии, вот, как это... мысленно подумать. Проблема кидания такого с катапульта в противника в том, что ты тратишь полминуты на то, чтобы это закинуть туда, а потом тебе со стены это за 3 секунды возвращают обратно. Ну, в смысле, методом роняния на твою штурмовую колонну. Это если сильно умный. Смотри, ну в целом там 1-2 таких умника находятся. По крайней мере, на финальном штурме на Железном троне нашлись. В этом плане, да, теннисный мячик, который кидать вот так, будет выглядеть, ну, более странно. Такой, как бы, вопрос есть. А ну, в смысле как? Это не то, что выполнен система, это, ну, понятно, что кидание руками более эффективно, хотя, конечно, ему для этого надо высовываться, и на это есть ответ скорее инженерно-технический, потому что следующее, что мы хотим делать, это как раз, собственно, нормальный крытый таран, и тогда кидайте, пожалуйста, сколько влезть. Стрелы. Собственно, технология сбора вот такой стрелы, сейчас не помню ценник, но он там типа в районе 50. В районе 50 рублей за штуку или даже меньше. То есть, в принципе, оно сопоставимо с, ну, обычной стрелой или из лука. А пластиковая труба, ну вот оперение так себе, но надо сказать, что даже с таким оперением она летит проверенно лучше, чем без него. 4-сантиметровая Эва, причем мы еще не пробовали, будем пробовать в ближайшее время. Сейчас в Декатлоне продаются листы под мишени, которые из нарубленной пены. Да. Это утеплитель, он продается как утеплитель в том, ну, числе. Окей. Это будет дешевле, чем мишень. Посмотрим, да. Хорошо, спасибо. В Декатлоне он продается как мишень и стоит дешевле, чем вот такой ценник. Да, опасно, в ней всегда фольга. В ней всегда клочья фольги. Нет, в том, который продается в Декатлоне, фольги нет. По крайней мере, вот сколько очень я хорошо крутил. В том, который утеплитель, вот изрубленный Эвы, всегда какая-нибудь трешак, фольга, дрянь. Это потому, что он, конечно, может оказать как бы так себе. Утяжелители внутрь, соответственно, в виде болтов, но тут мы тестировали разные, в конечном итоге сошлись, по-моему, вот на таком варианте. Ну, то есть не самый тяжелый, не самый легкий, он здесь есть внутри. Сейчас расскажу, никуда он отсюда не денется. Ну, в смысле, так, если он отсюда куда-то делся, значит, скорее всего, у вас вся эта штука уже в человеке примерно вот так торчит, и он уже перестал быть проблемой. Труба, вот, кстати, спасибо Соломоновичу, соответственно, за решение. Я, к сожалению, не нашел у себя в запасах фотки готовой штуки, но, в принципе, это труба, которая просто там напильником или болгаркой затачивается, соответственно, под срез. Можно алюминий затачивать, даже не сталь. Дальше мы, соответственно, делали систему, когда представляется фанерка, болт и движущее, соответственно, ну, такое сверло. И дальше у нас Вика героически
Вышла. Вика героически, соответственно, сверлила бесконечное количество этих вещей. Но чем хорошо? Просто заточенная с одной стороны труба на полигоне вырезается медленнее, чем сверлом в сверлильном станке, но не критично медленнее, ну, то есть там, типа, в полтора раза. И мы на полигоне же сколько-то дорезали тупо вручную. Если как бы используете трубу для того, чтобы вырезать дырку. Да, и... просто, ну как, с легким проводом. Что? Какой калибр вообще? 7, по-моему, там тут, по-моему, 7, сколько-то миллиметров? 62. 62 сантиметра, да. Ну, то есть, собственно, по правилам калибровать. Итак, соответственно, одевается в одной шайбе, сверлится отверстие диаметром чуть-чуть меньше, чем, соответственно, диаметр древка. Смазывается клеем, делается рашпилем несколько, соответственно, задирается труба, да. Обязательно. Намазывается клеем. Соответственно, клей мы использовали 88-й, по-моему, Солнович, ты что-то еще предлагал? Ну, нейритовый клей, любой сапожный клей 88-й. Стоимость, в общем, как только вы перестаете это покупать в тюбиках и начинаете покупать в ведрышках, во-первых, одного ведрышка вам хватит, ну, как бы точно на весь вывести, еще там что-нибудь им подклеится, а во-вторых, ну, цена этого ведра, не помню, 200, что ли. Если купить 500-600. Еще разбавитель, например, момент разбавляется тилоцетатом, соответственно, в процессе высыхания подливать его в банку, его хватит еще на больше. Да, еще на дольше, согласен. Соответственно, дальше, ну, вот здесь у нас крепится шайба, потом мы перешли именно вот к креплению вот такой вот штуки. Кстати, болт у нас диаметром заходил в трубу с трудом, поэтому еще подливали молотком, это дополнительно, соответственно, его крепило. После чего сверху, соответственно, наклеивается вторая шайба. А в смысле, он диаметром здесь в трубу? Да. То есть прямо здоровенный болт? Гайка. Болт сам... Болт тут, я не помню, по-моему, это восьмерка. Ну, короче. 8 мм. Гайка вбивается, вбивается и подклеивается. Да. А, соответственно, ну, и делается оперение. Лучше, конечно, что-нибудь попристойнее. Можно, в принципе, не знаю, здесь потом это обработать, не хотим поэкспериментировать, попробовать все это закрутить, что-то еще. Но, в принципе, как нам говорили люди, в которых мы попадали, сейчас видишь, как бы, ну, ощущается, но в целом норм. То есть жалоб на... Не знаю, там, когда по нам попадали литые наконечники в виде шестеренок от арбалетных болтов, было, по-моему, хуже. Вот. В принципе, для варианта стрелы, ну, да, опять-таки, антуражу, его, конечно, не мешало покрасить. Или, как вариант, оклеить бумагой, ну, бумажный скотч. Соответственно. У этой стрелы есть еще одно неочевидное преимущество. Она выдерживает там, пробежавшего под ней да. человека. Ну, то есть сломать ее, ну, из быстрого, только разве что подобрать оперение, она все будет после этого. Да, и плюс она ни при каком обстоятельстве вы не получите скола при сильном ударе с последующим, как бы. Орик, важный момент. Это водопроводная труба PN20. Ни в коем случае не надо использовать более легкую, более изящную, тонкостенную трубу вот для электро... Колятся, это да. очень важно. Да, вот они, колятся, они могут дать скол при торцевом ударе. Вот эта штука, как это, как то алюминиевое весло, оно же не ломается, оно же гнется. С ним, в общем, ну, даже не денчат. Кроме самоклеящейся пленки под дерево, существует еще термоусадка под дерево. Дорого. Дорого, к сожалению. Мы прикидывали, там, во-первых, как правило, достаточно яркий цвет, есть черный, какой-нибудь коричневый. Дороговато. Но, в принципе, если делать что-то эксклюзивное, не знаю, какой-нибудь именной болт на взятого, то не важно. Проще тогда взять морилку, зашкурить древко чуть-чуть и просто смотри, покрасить. Смотри, есть проблема. Я это, как сегодня рассказывал, еще с кабаков вывел одно очень простое правило. Умножь на 20, умножь на 100. Как только тебе кажется, что какая-то операция простая, просто прикинь, что ты повторил ее 20 раз. Если ты все еще не уверен, прикинь, что ты повторил ее 100 раз. Зашкурить 100 древок, ну это... Это надо делать специальную зашкуривательную машинку. Извините. Нужно просто больше молодежи набирать. Не надо бесцельно тратить ценный ресурс. Вот, в общем, на самом деле, я бы сказал, что с моей точки зрения это два оптимальных вида боеприпаса. Ну, а потом идет вот это, в смысле того, что, ну, да, тоже ничего такого. Можно еще замечание по стреле? Вопрос объема носимого боезапаса, сейчас. По стреле очень маленький момент. Во всем боевом оружии сохранилась археология у стрел метательных машин, у реальных боевых стрел спрингаунов.
были совершенно другие пропорции. Этим можно воспользоваться на играх. Реальная боевая стрела Спрингалда, боевая, которая вышибала рыцаря из седла, была 400 мм. Ну, она была просто 5 сантиметров толщиной. В принципе, это да. То, что у нас из игровых стрелометов собираются стрелять с швабрами, как бы... Вот, я вспомнил, почему я об этом вспомнил. Было требование по длине. Да. В правилах были введены требования по метр длины, вот этот. Это, с этим надо бороться. Ну, в смысле, это не очень исторично. Ну, смотри, будем честны, вот при такой стреле, если она будет вот такой, будет понятно, что эта стрела не из лука. Она и может всечь, как швабра. Возможно, у нее окажется аэродинамический тяный хвост. Ну, если ты сделаешь вот такой, то да, если сделаешь вот такой, то, скорее всего, нет. Ну, короче, это момент... А чем можно сделать оперение шины? Можно, ну, еще... короче, это та область, в которую мы еще будем, условно говоря, экспериментировать. По поводу носимого боекомплекта. Соответственно, да, возникает проблема, что вот это вы по карманам распихали и пошли, да, как бы, если вам нужно вот этого там типа 30-ка или тем более вот этого 30-ка, это уже становится проблемой. Это же отлично. Да, потому что я считаю, что, ну, когда мы побывали во многих сражениях, главное в армии — это снабжение. Это все равно не так много весит, это добавляет логистического геморроя, это добавляет ролевой игры, это осложняет вам жизнь, но зато вы этим взяли и ископытили любого рыцаря, как бы. Правила Черного Ряда не помню. Вот. Они не рыцари. Ну, я имею в виду, как бы. А кто их считает? Соответственно, а тем не менее, это задача, о которой надо озаботиться. Не вижу здесь проблем. Ну, смотри, вижу здесь задачу, не вижу здесь проблемы. Вот. А зато, опять-таки, это у вас, ну, дополнительная игра. И как это? Причем и у вас, который загребает под этот пехоту, и пехота, которая от вас бегает, потому что, соответственно, хочет быть скунами-насильниками, по крайней мере, в таком контексте. О, а материалы. Материалы можно разделить на исторические, аутентичные, условно-аутентичные и удобные. Как бы, потому что, ну, исторический материал, дерево. Правда, если вы не реконструктор, не надо. Там сейчас бордюр отличный. Да, поэтому тоже коснемся. Да, это бордюрная плита. У нас их вот, там их было много. Их вообще было приведено, по-моему, 5 или 6. Ну вот, они колятся, ломаются и, в общем, едь. Соответственно, металл. В принципе, если у вас есть возможность обрабатывать металл, некоторые читы я расскажу чуть позже. Близко к идеальному, или, по крайней мере, точно оптимальный, и Соломон сейчас начнет возражать, но тем не менее. Он сторонник прямо противоположной школы. Вот. Ну, как бы по соотношению прочность, не знаю, там все остальное, металл крайне удобен. Хотя, опять-таки, еще раз, я не могу сказать, что есть вот какой-то материал, который идеальный. А, могу, стеклотекстолит. Вот, соответственно, все остальное, как бы, в области экспериментов. Фанера. Не наша конструкция. Видел вблизи эту машинку. Не знаю, как работает, испытываю некоторые сомнения по поводу того, потому что она пожизневый торсион. Но это здесь не видно, это резаная фанера в несколько слоев. Даже в упор выглядит она охрененно. То есть вот тот случай, когда она не знаю, как работает, но выглядит прям... Это то в боевом применении она, по-моему, выбила 5 выстрелов, не больше. Ну, то есть на штурме. Потом, да. Ну, как бы, это проблема конструкции, да. Это когда я буду говорить про материалы, как бы, на чем работать, почему я, как бы, спойлер, да, почему я не люблю торсионы. Потому что камертон. У римских артиллеристов, как бы, по некоторым сведениям, камертон ходил штатно, потому что ты такой ее... Под настройку и дальше крутишь еще. И дальше крутишь еще. Так вот, за 2000 лет тут не поменялось ничего, потом у вас появляется торсион. Ну и синтетика чуть-чуть облегчает эту жизнь. Но в принципе дождик пошел, вам его перенастраивать. 3 часа оно простояло в заведенном состоянии, вам его перенастраивать, да? Есть решение, вы ставите торсион от машины. Есть проблема, куда девать тело. Ну, то есть нет, можно, нельзя. Если вы собираете совсем фантастическую вар-машину, то можно поставить торсион, потом его как-то ослабить или поставить торсион от легкой машины на громадный стреломет, но это уже не типовое решение. Конечно. Но важный момент, что я в первую очередь говорю о решениях типовых, легко тиражируемых. Да, все вот то, что мы иначе сделали к Железному трону, было примерно так. 4,5 недели до игры у нас есть куча красивых планов, и у меня есть отпуск.
А слон такой хрен с вами, как бы, или как бы будем работать только над этим. Но, тем не менее, вот за полтора неполных месяца можно сделать, и поэтому я буду говорить, ну, как бы, в первую очередь, решение хода. Так вот, соответственно, поэтому, как бы, я считаю, что оптимальный вариант железа и фанера. Что с фанерой можно собирать коробчатые конструкции, фанера легко обрабатывается, соответственно. Фанера не требует какого-то специального инструмента, и самое главное, что в магазинах типа Абилеруа вам ее, по крайней мере, прямоугольники из нее распилят легко и непринужденно. Соответственно, по материалам в плане, чем стрелять. Ну, понятное дело, что как бы самая мощная и простая система у нас требушет. Не смотрите на этот, он не самая простая система, потому что вот это коромысло, как бы, оно такое было, как бы хай-тековская штука с результатом, характерным для хай-тековских штук. Соответственно, противовес. Вот Крус экспериментировал, соответственно, с бордюрным камнем, но мы тогда с ним по этому вопросу не соглашались. И сейчас я считаю, что я прав, что это, ну, избыточно сложное решение. В смысле, они стоят привозить, вертеть. Как бы для противовеса я считаю два оптимальных решения. Земля, как оно и было в оригинале, накопал, сейчас вижу, накопал, накидал в короб, да, и вода. Причем лучше прям в баклагах, чтобы ты четко знал, грубо говоря, сколько в ней комплекта. Да, конечно, палка как бы в виде срубленной елочки с привязанной кучей 5-литровых выглядит хреново, ну так сделайте фанерный короб, куда вы их спокойно ставите, благо размер типовой, и все. Ну то есть просто легко, легко перезаряжается, снабжается и так далее. Я как раз про баклаги хотел сказать. Да. Торсионы. Ну как я сказал, я считаю, что торсионы это плохая идея, потому что, да, еще проблема в том, что хорошо, если у вас анагр с одним торсионом, да, а если у вас стреломет, то вы еще упираетесь в проблему, что у вас два торсиона, и они, падлы, должны работать одинаково. Могут, но не хотят. Вот, поэтому, как бы, еще раз, там, я считаю, что торсион очень красиво, очень классно, возрадуемся же тем реконструкторам, которые с этим водятся, они молодцы. Вот. Торсион имеется в виду как? Торсион как скручивание, так и что-то работающее на скручивание. Исторически это веревка. Сейчас можно использовать синтетическую веревку. Это уменьшает количество пляски с бубном с торсионом, но уменьшает, а не сводит на ноль. Вот. Но плюс, на самом деле, возникает проблема, вот как раз в тот момент я чуть гвоздем дружбана не получил, что у вас здесь должна быть система крепежа, причем система крепежа, которая имеет возможность ее легко отключить, провернуть и подключить. Там есть наработанные технические решения, это не проблема. Проблема в том, что они требуют либо купленного где-то за недешево узла, либо станочного парка, ну либо напилинга в чудовищных объемах. Как бы, поэтому я не считаю это оптимальным решением. Еще раз, самая дешевая вещь – противовес. Ну как бы не случайно самые мощные игрушки стрелковые, да, собственно, требушет, они ровно на противовес. Из материалов, условно говоря, неаутентичных, но удобных. Значит, в первую очередь, это спортивные резинки. Ну, резинки вообще, в данном случае, вот мы еще хотим поиграться с вакуумным шлангом, соответственно, говорят, что ничего такого. Очень опасно. Очень суровая вещь. Окей. Мы покупали, соответственно, резиновые жгуты, точнее, это не резиновые, это силиконовые, насколько я понимаю. Жгуты для фитнеса, их существуют разные по килограммам. Это полиуретан, а не силикон. Килограммов. Но он не, ну, эта штука не дает ни половину мощности, потому что мы ее полностью не растягиваем. Это более легкое. На 5-22 килограмма. Это килограммы чего, прости? Это килограмм, усилие. Который тебе надо усилие, чтобы ее полностью растянуть. Но надо понимать, что... длине, да. Но надо понимать, что полностью растянуть она увеличивается без проблем в 3, по-моему, в 4. 2,5-3 раза. Да, мы здесь настолько ее не растягиваем. Как бы преимущество этой системы, что опять же у тебя калиброванные элементы, которые ты пошел в магазин купил. Они не очень дешевые. Но опять-таки пошел купил. Причем там мы покупали типа помощнее, подешевле через интернет-магазины. Но в принципе, вот я тут давеча ходил 2 недели назад в Декатлон, целый стенд, ценник не принципиально дороже, но вот пошел и взял сколько надо. Вот. В принципе, если вы не на исторической игре, то прям вполне себе вариант. Второй
это то, что мы называли валерийским бамбуком, в смысле стеклотекстолит. Причем оптимальным является именно стеклотекстолитовая арматура, потому что полосовой стеклотекстолит, из него, конечно, можно выпилить нужный вам размер, смену толщины и всего остального. Я ел этот пирожок, ну его нафиг, потому что если у вас нет специально оборудованной мастерской с кучей отсосов, вентиляции, всего остального, и да, вам все еще не жалко свое здоровье, то не надо. Вот. Преимущество стеклопластиковой арматуры в том, что она пилится на вот так болгаркой, и даже в этом случае зачастую лучше пилить ножовкой по металлу, потому что, во-первых, пилится не намного медленнее, зато у вас опять-таки не разлетается во все стороны. Да. Тогда ремарка. Значит, лучше всего стеклотекстолит пилится электролобзиком с пилкой для керамики. О, интересно, спасибо. Вот. Ну а что касается мер защиты, это либо на улице делаете, вы при этом одеваетесь в одноразовый комбинезон, как минимум. Да. Либо противогаз, либо респиратор обязательно, да. В смысле, нет, и одноразовая одежда, и противогаз, либо... А какой противогаз? Защита глаз. Смотри, это очень-очень мелкая стеклянная пыль. Стеклянная эпоксидная пыль. У кого шкура? Волокна пыль. Да. Еще она оседает в легких и порождает там страшные. Смотри, это бразильский. После нее чешешься, как после... Да, сейчас мы до этого дойдем. Ну, то есть там, во-первых, она... Непонятно, как на тебя будет действовать эпоксидка внутри, там, типа возможные варианты, но это тема для дискуссии. Но то, что ты как бы абразивно наглотался, это факт медицинский. Причем острого. На пользу тебе это непонятно. А, на самом деле, начинаете вы с того, и вот как раз в отличие от стеклотекстолита в листах, стеклотекстолит в виде арматуры этим страдает, что же в магазине ее берете, и потом долго себя эти шипы вырываете. Соответственно, чем это лечится? Очень просто. Ну, во-первых, мы сейчас стараемся использовать перчатки электрика, то есть которые не с пупырышками всякими строительными, а которые полностью покрыты резиной. Стоит она типа там не 20 рублей, а 80, ну есть продвинутые, понятно, за 300, но они вам не нужны. Но на самом деле самый простой вариант, вот вы ее купили сразу, да, бумажный скотч, обмотали бумажным скотчем, причем там не надо наматывать что-то еще. Приложил бумажный скотч, свернул в трубку, соответственно, все, более чем достаточно. Потом просто густо красим, там, отрывая скотч там, где оторвется, густо красим краской. Соответственно, причем, опять-таки, не из баллончика, а кисточкой, чтобы получился густой слой. Более чем достаточно при этом, ну и опять-таки, все равно у него вид становится как бы более живой и веселый. Да. Волшебное слово 16 мм. 20 мм ломается. Ну да, я сломал 20-миллиметровую, соответственно, балку из толщина 20 мм. Да. Значит, по поводу что использовать, значит, они бывают толщины от, не помню, там 5 или 6 мм. Осмысленные для арбалетов, и, наверное, если в большую, ну вот или собирать большой пук, 12 мм. Они уже, правда, не везде продаются, в Леруа, как правило, нету. Но, например, в Москве есть магазин у Петровича, по-моему, или какой-то Петрович. Там уже это добро есть. Стоимость 12-миллиметровой, 2 с хвостиком 1000 за, не помню, 30-150 метров. А еще у них доставка хорошая. Соответственно, ну то есть этого больше достаточно. Лучше, конечно, самый оптимальный, вот здесь, сейчас мы оторвем, покажу. 16-миллиметровая, соответственно, она уже продается не в свёрках, она продается палками. Ее уже надо искать, не смотрел, но по идее она у Петровича есть. Палки поступили. Изначально только палки по 4 метра идут, соответственно, ну, покупаешь, когда там все палки. Есть стекло, лакунная арматура. А есть, это не бакелит, а... Да, значит, смотри, из того, что я читал, ключевая разница в том, что базальт можно нагревать до 400, а это только до 200. Ну, как бы, если ваша катапульта нагрелась до 200 градусов, то, что она при этом сломалась, не самая большая ваша проблема. Судя по всему, ну, как бы, из того, что я нашел при поверхностном руке в интернете, главное отличие в том, что ту можно нагревать до большего количества градусов без потери механических свойств. Я просто читал, что на некоторых диаметрах возможно, но точно не ключево. То есть ключевым позиционируется именно то, что касается вот, возможно, углепластиковый еще есть, но углепластиковый, да, я знаю, что он существует, как бы, но я не видел ее в продаже, ну там, я не видел ее в продаже, если не вагон. А
стоит безумно денег? Нет. Она... Если покупаешь вагон, то не намного дороже, чем вот это. Ну, то есть ее нет в обычных хозяйственных магазинах. Николя, насколько я помню, для лодки заказывал. Ну смотри, заказать можно, да? Вопрос в том, что ты получишь... Нет, если он чуть ли не из-за бугра вез. Ну-ка. Вопрос в объеме и в ценнике. Понятно, что можно заказать и маленькой партии, просто ценник, соответственно, будет пропорционально расти. Вопрос, нужны ли мы нам в таких условиях. Вот. В общем, мы сейчас экспериментируем. Да, в чем преимущество малых диаметров? В том, что их можно собирать в пакет, вот тут вот как бы видно, что пакет разной длины, соответственно, и за счет этого получать, тут всего их, соответственно, раз, два, три, четыре, пять, соответственно, за счет того, что они разной длины, получается более правильный изгиб. Потому что вот здесь мы используем две одинаковых, и на фотках, я не помню, если они у меня здесь, если что, потом просто покажу, ну или завтра увидим в процессе испытаний, что нам большая часть натяжения приходится на первую треть, а все остальное просто палку удлинить. Ну, да, она тоже что-то дает, но прям резко-резко падает. Поэтому по-хорошему, конечно, ну вот мы планируем сюда доварить еще одну трубу и ставить еще одну короткую часть. Правда, после этого будет уже страшновато стрелять в людей. Ну, с другой стороны, ты же стоишь с другой стороны от катапульта. Вот, то есть вот я бы сказал, что, да, и опять-таки для упругого элемента или имитации торсиона на анагре, то есть когда у вас один торсион и отгибаешься палка, стилтекстолит прекрасно подходит, и самое главное, он дает стабильный, понятный результат. Кучность у этой штуки обалденная, правда, тут возникает вопрос, что вы, когда его натягиваете, буквально сантиметр больше или меньше, и разница в точке попадания там 5-6 метров. Да. Она еще использует петлю, которая сама по себе дает очень большую чувствительность к углу наклона поверхности, ну, с которой стреляет. Это все одинаковое при этом, да? Как бы вот ровно дальность натяжения. Не-не-не-не-не. При угле наклона поверхности, с которой ты стреляешь, это очень сильно сказывается на болезни. А, это да, особенно. Ее нужно очень хорошо по горизонту ставить. Да, это, кстати, я про это не говорил, еще, соответственно, поговорим. Ну, собственно, да, основные элементы, которые вам надо разработать, когда вы работаете над вармашиной. Ну, собственно, упругий элемент, я сейчас про него рассказал. Спусковой механизм. Это проблема, ну, в смысле, что он требует либо сложного решения, хотя у нас есть несколько вариантов, чуть позже я их покажу, соответственно, которые, в общем, достаточно простые. Шпиток, а можешь ее пока собрать просто? Подходите в сторону, если что. Ножик есть? Нет. Вот, соответственно, сейчас мы покажем, вот на ней достаточно простой, то есть он потребовал сварки, но в принципе и без сварки можно собрать, простой выдергивающийся элемент. На этих машинах мы использовали, соответственно, не знаю, насколько видно, систему, когда мы, собственно, с простым крючком. То есть здесь, соответственно, петля, которая сюда затягивается, одевается. Резкий рывок у нас работает. Здесь опять-таки есть сварка, но эту штуку можно вытащить целиком. Сделана болгарка, ну вот здесь нужна болгарка и сварка, хотя в целом сварку можно заменить на сверление и сборку на болтах. То есть опять-таки, в принципе, стандартный мастерской, ну, домашнего мужика с руками... А уж мастерской дикого мужика я подарю. Все так. Я думал, вы домашний такой. Вот, соответственно, спусковой механизм это то, что надо реально продумать. Есть очень смешная для читеров и вот для первых экспериментов вещь. Замок двери от газели. Это идеальный спусковой механизм. На модели, которая у меня будет в конце фотография на стенде, был такой. Я натягивал, завязывал веревочку, после этого становился с ножом и делал свою веревочку тюк. И нормально. Ну, в смысле, поначалу работал, веревочка режется, эта штука летает. Для полевых как бы испытаний не советую, в смысле, для полевого использования не советую, потому что долго и веревочек не напасешься, а для теста вполне себе норм. Да. А ключевой недостаток вот этой системы состоит в том, что у него спусковой рычаг сверху. То есть, если вы поднимаете, стреляя со спины, у вас очень сильно ограничивается. Смотри, ручка. Его можно переварить. Его лучше делать ручки снизу. Его можно переварить на низ. Чуть сложнее, но можно переварить на бок. Я просто даю этот комментарий, ну, да, того, чтобы было понятно о применимости этого изделия в боевых условиях. Да. Взводной механизм, ну еще раз, да, резинка от трусов со скорострельностью чпок-чпок-чпок, взводной механизм не нуждается. Я считаю это злом, то есть с моей точки зрения, хотя мне это и не выгодно как стрелку.
правила по боевке для вар-машин должны требовать взводного механизма, который не имитирует факт своего наличия, а которым ты это взводишь, для того, чтобы не получать пулемет. Есть способы, как собрать аутентичный пулемет. О нем расскажу потом. Вот. Соответственно, иначе мы получаем унылую, удобную вам и неудобную всем остальным машину, которая ничего, кроме отторжения у тех, кто под нее попал, не вызовет, такой футбол нам не нужен. Вот, поэтому взводной механизм, самый простой взводной механизм, это соответственно, банальный, по английской системе. И здесь у нас каретка, соответственно, на этой штуке каретка, сюда вставляется тетива, дальше эта штука натягивается, и вот тут начинает играть опыт работы расчета, потому что перед выстрелом эту штуку надо снять. Если вы ее не снимаете, ничего не происходит. Стрела такая. Вот. В крайнем случае, рукоятка взводная начинает вращаться, вы можете там ей в глаз получить, не сильно, наверное, не все. Но несколько выстрелов во время штурма, когда народ такой, давай, быстрее, на воде, а у нас еще подбежала пехота помогать, несколько выстрелов профейли ровно из-за этого, и я считаю это охрененным нулевым моментом. Когда вы взяли себе абрыганов в расчет, вы теперь стреляете через раз, и не какие-то модификаторы или карточки, а потому что, реально через раз. А еще эта штука самая хрупкая часть системы. Конкретно это, тут скорее дело в стали, из которой мы с вами. Здесь другой взводной механизм. Здесь банально полиспаст. Причем полиспаст из серии из, соответственно, оснастки, купленной в Леруа. Поехали, купили и готово. Соответственно, принцип действия спускового механизма, соответственно, крючок, рычаг, веревка. Взвели, давайте здесь делать не будем, при взведении он достаточно жестко держится, резкий, соответственно, рывок за веревку, распрямляется выстрел, завтра все желающие постреляют. Троща, крюк, соответственно, собственно, боеприпас. Завтра, кстати, будем экспериментировать, как отсюда стрелять несколькими теннисными мячиками. Еще не знаю. Этот крючок банально гвоздь, и тонны экспериментов. Вы не будете играть в науку, вы заниматься ей будете, потому что определить, насколько загнуть этот чертов гвоздь, в отличие от всего остального, вот вам занятие часика на полтора. Загнули, выстрелили, сбегали со снарядом, загнули, выстрелили. Вот. Что, опять-таки, я считаю, вполне себе задорно, вы не коров выпасаете полдня, а реально занимаетесь осмысленной деятельностью. Ложа. Смотрите, металлические варианты, коробчатые, фанерные варианты, там можно будет посмотреть, Но это стенд, еще раз, это мы сейчас пробуем, Ложа можно делать из дерева, вариантов достаточно много, но важно понимать, что некоторая нагрузка на него идет. Поэтому, делать его из совсем фигни не надо. Соответственно, это важно, Станок. Это та вещь, которая абсолютно не важна, думаете вы и ошибаетесь. Мы завтра тоже с этим будем мучиться, потому что те станки, которые мы использовали на игре, один так себе, а второй был хороший, створной нет, мы сюда его не повезли, потому что ради него пришлось бы еще один раз машину гонять, учитывая, что он как противотанковый еж. Кроме этого, важный момент, здесь возникает отличие исторической машинки от, соответственно, от игровой. Потому что в исторической осадной перед вами крепостуха, под которой вы стоите уже неделю и собираетесь стоять там хорошо, если недели три, а не ближайшие пару лет. Поэтому вы разровняли площадочку, посыпали ее песочком, ваши легионерчики ее утоптали, инженерчик с невеличком проверил, надеюсь, на завтра вы начнете там что-то собирать. В реальных полевых условиях это не так. В процессе железного трона мы выяснили, у нас колесо встало на кочку. И все, линия буквально там, даже я сейчас показываю на сильно утрированно, она встала там на кочку, буквально на лишние 3 сантиметра поднялась, и линия прицельно со словами «ну вас нафиг» убежала в сияющую даль. И мы в результате возили прям с собой пачку досок дополнительно, которые подкладывали, чтобы выставлять ее под горизонт. К следующей игре мы сюда поставим маленький отрез, чтобы выравнивать ее уже не на глаз и не по маленькому уровню, а как часть игрового. В
принципе, наш опыт говорит, я не успел просто прикинуть эти фотографии, что вообще все станки должны быть колесными. Количество проблем с вот этой штукой, о боже, она грохочет при езде и иногда на кочках падает, да? По сравнению с количеством вот этих систем, которые отдельно человек тащит эту систему, а эту даже, в общем, часто два, а за ним еще один бежит со станком. Это, конечно, классная игра в минометный расчет, но нафиг. Проще, там есть еще третий, который бежит в запас. Ну, это не влияет, да, как бы. Лучше, лучше делать, соответственно, колесный станок. Там отдельный вопрос с колесами с трибушету, потому что его начинает достаточно серьезно там колбасить. Там надо пробовать, что называется. Но вот к таким системам станок лучше делать. Я видел. Нет, ну, всякое есть, как бы, да? А про колеса, соответственно, ну вот здесь вот система какая? Фанера с одной стороны и наклеенные деревяшки с другой, соответственно. А, ну, фанера потому что крепкая и надежная, деревяшки потому что красиво, особенно учитывая, что я потом по ним прошелся латунной щеткой, соответственно, и получил рельеф. Буквально там 2-3 прохода, и оно готово. Дальше это какая-то дешевейшая пропитка, там типа 30 рублей ведро, в котором это красится в пару слоев, и она получается вполне себе рельефная, фактурная и вполне себе аутентично выглядящая. Соответственно, для нетяжелых конструкций вот этот вариант колеса, ну, трудоемкий, но вполне себе можно тупо из фанеры сделать, как бы. Ну, будет чуть хуже, но в принципе. Да, ширина, соответственно, колес. Вот на этой системе мы будем делать чуть-чуть шире, сантиметров на 15. Не больше. Почему? У нас ее продвижение периодически, она как бы на кочке какой-нибудь норовит упасть. С другой стороны, при движении по лесу, ну понятно, что здесь максимальная ширина ограничена, соответственно, ложем, да, поперечными. Но в принципе, бывают проблемы, что не все городские улицы выдерживают средневековый стандарт с кавалеристом, держащим копье поперек. Ну и опять-таки там всякий лес, можно вспомнить Большой Королевский тракт на желудочном. Мосты. Который как бы вот весь такой из себя. Королевский пищеварительный. Да, Королевский пищеварительный тракт. Где мы иногда впереди пускали телегу, потому что она была тяжелая, и половину муравейников просто как минным тралом составляли. Поехали дальше. Вон там груз, пока его таскал, там чуть не убился об этом самом. Поэтому колеса, база колесная должна быть не сильно широкая. Прицельный механизм, нужен. В смысле, прицел. Тут у нас нет пока еще готового решения, но он явно должен учитывать горизонт. Я собираюсь играть тупо от, как он, господи, называется, длинновидный прицел, вне зависимости от дальности, человеческая фигурка имеет у вас разный размер. Вот. Можно с другими поиграться, да? Важно понимать, что на игре у вас нет той ситуации, которая обычно была у реальной осадной техники, когда вы такие стреляете со скоростью раз в полдня и норм. А стрелометы типа легких, как бы понятное дело, легких стрелометов римских, они тут стреляют напрямую на водку, причем в плотный пехотный строй, поэтому там опять-таки, ну, туда и в кого-то попадешь. На игре это не совсем так. Хотя в целом, конечно, ребята, стоящие в воротах в щитовом строю, это подарок. Как бы, да, как там все время, блин, вызывает экстаз снайпера. Вот ровно оно. Главное, в створ ворот попасть, а там, кому не повезло, пусть между собой разбираются. Да, к вопросу о правилах, кстати, вот то, что я забыл упомянуть. Использование осадной техники требует подготовленной работы маршалов. И опять-таки на железном троне с этим было в смысле того, что маршалы отслеживали, смотрели, выводили историю. Там, кстати, игроки, надо сказать, на эту тему. Хотя, опять-таки, был у нас момент, видимо, кто-то из маршалов, прочитав, что попадание в щит из баллисты убивает, объяснял, что нет, этого чувака не убило, потому что вы ему в ногу попали, а не в щит. Но это был единичный случай, в остальном было, соответственно, не так. Необходимые инструменты, материалы и оборудование. Смотрите, что как бы критично. В первую очередь, нет, во вторую очередь, на самом деле, критично место, где вы будете стрелять. Это меч вы сделали у себя на кухне, и там, постараясь не разбить весь матушкин сервиз, и немножко помахали, да, там. Вот тут уже, ну, нужно заранее прикинуть, где вы будете стрелять. Концепция, мы вывезем это на полигон, дособираем и будем стрелять, там плохая концепция. Потому что есть шанс, что на полигоне не заработаем. Две тренировки. Да. Следующий момент. Думайте сразу, где вы это будете хранить. Потому что, опять-таки, в отличие от арбалета или меча, который вы повесите на ковер, оно у вас там будет
красиво, но эту штуку нужен большой ковер. О, Сац. К врачам повесь. Соответственно, место для сборки. Ну, не знаю, половину, не половину, там, треть того, что мы насобирали в свое время, еще даже когда занимались другим стариком, ну, в комнате раздвинул диван, шкаф, ну, что, как бы, и собираешь. В общем, если не работа с металлом, какая-то серьезная, то какого-то особенного места не нужно. Мы в комнате в комнате тогда собирали. Вот, соответственно, когда мы собирали стопку столов громадную, соответственно, 10 столов и 20 скамей, как бы, ну, нормально собрали, как бы, скучно. Потом квартиру пришлось еще 2 дня пылесосить, и, в принципе, так, мог не лениться и сразу пленкой застелить. Соответственно, выбор материалов по наличию инструментов. Ну, одной из особенностей, когда вы будете подбирать материал, да, прикидывайте, что вы можете обрабатывать, ну, либо сами, либо есть у кого. Потому что мне в этом плане повезло, у меня есть 2 дружные мастерские, которыми я пользуюсь. Но, в принципе, смотрите, что вам нужно. Электролобзик, ну, ручной инструмент типовой. Электролобзик, шуруповерт, дрель, можно совместить. Болгарка. Это тот минимум, с которого уже прям можно, ну, ногти делать. Желательно крайне сварка, но будем честны. Соответственно, к вопросу был серфинге. Во всяких Леруа и Аби есть распиловка дерева. На практически всех металлобазах, ну, на серьезных металлобазах, во-первых, есть нарезка. Во-вторых, как правило, там либо есть, либо они знают, мужики, где, ну, какая-то минимальная сварка. Здесь сварных деталей, в общем, не так много, и половину из них на всякий случай, потому что Митяй дорвался как бы до новой идеи с новым сварочным аппаратом, и его было не остановить. По большому счету, из реально критичного, вот здесь 2 наклонных трубы, в которые вставляются стеклотекстолитные трубы. И замок. И замок. Еще раз, замок можно собрать без сварки. А эти тоже можно собрать на болтах. Ну, в принципе, да, соответственно, болтовое соединение, причем в данном случае лучше все-таки не заклепки, а болтовое сейчас. Не заклепки, потому что их все-таки можно сорвать, да, а болты, опять-таки, там, вы можете купить леруа болтов, вы можете купить леруа там шпилек и пилить их на нужный размер. То есть какого-то суперсерьезного оборудования вам для этого не надо. Поэтому, как бы, для того, чтобы собирать, понятно, что наличие инструментов лучше, чем их отсутствие, да, ну, при каком-то минимальном наборе, в общем-то, уже что-то можно сделать. Так, у кого-то здесь была, по-моему, да. Я хотел дополнить, есть еще один материал, который, в принципе, вспомогательный, но он именно в домашнем крафте настолько способствует, что я на него обращу внимание. Так. На рынках появилась резаная транспортерная лента. Это армированная резина. Так. Дело в чем? Она позволяет делать силовые хомуты, она позволяет амортизировать. Вот здесь вот торцевое защепление текстолитового стержня. Вот Орли хвастался сломанной двадцаткой. Двадцатку они сломали не потому, что это легко, а потому, что было упирание арматуры в сталь. Контакт стали и арматуры. Вот этот материал, который я упомянул, достоин именно отдельного упоминания, потому что он очень сильно универсальный. Силовой крепеж, она чудовищно прочная на разрыв, амортизирующие элементы, много-много-много всего. Ну и при этом он, в общем, обрабатывается достаточно... Ножом режется. Ничего особенного не требует. Вот, соответственно... Ну и последнее, да, как бы. История с, собственно, Железный трон, день до игры. Выкатываю, значит, я эту штуку и пытаюсь, что-то бы мне слегка поменяли, а я просто его пристреливаю, смотрю, вот сколько она по этой дороге стреляет. Сижу, вожусь, что-то делаю, подходят 2 товарища такие, катапульта, да? А как работает? Это что, типа такое? Стеклотекстолит. А, мне не будет работать. Дальше мне 5 минут объясняют, что работать оно не будет. Почему? Потому что не будет работать. А не будет оно работать, потому что оно работать не будет, потому что надо сказать, что были парни в своих простых конструкциях столь убедительны, что от мысли, сливаясь с игры, меня спасло только то, что вообще-то 2 часа назад я из нее уже стрелял. А так они меня практически убедили. В какой-то момент видишь, что я полностью их игнорирую, продолжаю делать, и они такие, ну давай, ну удиви нас, ну посрами, ну пусть выстрелит. Ну давай, хлобысь. Пауза за спиной, как? Ну что-то не очень далеко. Хотя неплохо, я говорю, ну да, в прошлый раз было 45 метров.
Тишина, я считаю, до 30, оборачиваюсь, не знаю, кто они, где были. Волнуюсь, здоровый, нормально. Вот, на самом деле, когда вы все это начинаете, по-моему, все системы, которые мы делали, первая реакция после выстрела была, нет, ну если с высокой стены, при попутном ветре, ну там типа туда, ну наверное. Пять экспериментов спустя, так мы этим собираемся стрелять людей. Вот чтобы было понятно, вот эта штука в первом варианте, нет, это второй вариант, выглядело вот так. Два газобетонных блока являются важнейшей частью конструкции, сначала вот так поднимается. Как бы, по-моему, у нас до сих пор эта штука где-то у Митяя на складе лежит, правда, здесь она вот согнулась в какой-то момент вот там. Под крыльцом лежит. Ну, короче, мы слегка перестарались, и относительно тонкостенная труба металлическая начала просто заламываться. Вот. Да, это мы попробовали как бы вот пластиковую коробочку использовать. Там, из-под фруктов. Вот. Но тем не менее, первые эксперименты были вот такие. Да, потом мы пришли к тому, что мы натягиваем, ну, он не отпускает, мы потом привязываем веревочкой и режем. Ну, в смысле, не эту веревочку, а, нет, даже эту. Нет, это была маленькая веревочка, да, которую подрезали. Ну, то есть, я к чему? Вы делаете, у вас не получается, вы делаете, ну, там, смотрите, что можно поменять. Да, тонкий момент, надо, конечно, иногда бы я такое посмотрел и понимал, что, ну, нет, это не получится никогда. Но, в принципе, вот из этой штуки мы завтра будем стрелять, да, я из нее последний раз когда стрелял, я получил там, типа, под 30 метров, ну, навесом, и мы будем ее еще дорабатывать, да, но первый раз она выстрелила на 5. Дальше меняешь этот узел, меняешь угол, доделываешь, 15. Ну, уже можно работать. Заменяем деревяшечку на пластмассочку, то все, ага, вот 30-ничку. Соответственно, практически со всеми так было. Очень полезная штука при отладке подобных систем, слоумо. Ну, то есть, когда мы, у нас вот при первых выстрелах с этой штуки, да, постоянно рвалась, была очень не просто слабая, а разная мощность, очень большой разлет по дальности, и постоянно рвалась веревка. Вот у меня лежат даже ролики, где я снимал это на замедленную съемку, только для того, чтобы подтвердить гипотезу, что да, мы недостаточно резко срывали крюк, и он цеплялся, соответственно, за веревку. То есть, в принципе, и вот в этом, кстати, стенде есть, мы не решили эту проблему, но в какой-то момент я к ней вернусь, и прям тоже хочу на замедленную съемку, заснять, чтобы понять, что ж там, черт возьми, происходит, того, что, по идее, происходить не должно. Так что это, в целом, ну, достаточно хороший помощник. И, да, практика критерий истины в том плане, что мне периодически объясняют всякие мудрые расчеты, говорят, классно, здорово, а ты можешь вот посчитать, как это будет работать? Могу. А оно будет так работать? Ну, нет. Я говорю, ну нет, я сам могу со своими двумя гуманитарными, как бы, да? Делаешь, смотришь, что получилось, переделываешь, ну, снова смотришь, что получилось. Важный момент. Неудавшийся эксперимент – это тоже ваша удача. Ну, там вот, например, за последние два месяца мы убедились, что не работают деревянные ламели от кровати. Как не работают, но их нужно набрать столько, чтобы получить приличную мощность, что в целом проще вернуться к стеклотекстолиту. А, соответственно, вот вторая команда, которая у нас работает, вторая инженерная команда, которая поедет на очередь нас, они попробовали лужи. И тоже нет, не работает. Как бы. Зато у них теперь в мастерской много сломанных лыж. Могли бы привезти сюда. Они устали их уже ломать. В смысле, хорошо, типа хорошо работали старые, но где же их сейчас найдешь, а те, которые находятся, они уже иссохшиеся, не работающие. А новые настолько жесткие, что у них хорошо гнется там вот самый последний кончик, но он дает усилие там какое-то копеечное. А все остальное, там они его распилили, посмотрели, там так устроено, что это не гнется, ну никак. В смысле, не гнется, ты еще даешь полиспастам усилие, оно хрустит и потом уже совсем не гнется. Собственно, все. Так что вот да, еще два типа упругих элементов. Как бы деревянные ламели от кровати, ну, можно, он даже аутентично типа выглядит, но мощность у них так себе, либо собирать толстый пакет, который на выходе будет уже не особенно дешевый. Ну, есть еще, конечно, стальной рессорт. Все тот же вопрос, куда девать тело? Нет, ну, в принципе, конечно, если у вас есть там, не знаю, вот у вас есть там ювелир по работе с болгаркой, да, можно рессорину... Нет, рессорт, вот очень тоненькие, легенькие. Ну,
В принципе, нормально. Да, это, у нас таких я маньяков нет, у нас есть как бы маньяки по сварке и прочее, но здесь ты можешь. Но в принципе, да, еще один элемент, но тут нужны прям нужен специалист. Да. Если есть, то. Еще та самая ремарка, есть еще, оказывается, прикольные детские утки, которые стоят что-то там меньше 1000 рублей. И со стеклопластиковыми плечами, которые можно там набрать там 2 или согнуть чуть больше. Я вот с ним хочу поэкспериментировать. Ну, да, смотрите, с тобой этих столет лучше, нет, целом, стержень лучше. Вот где это продается? Нам, смотри, где продается? Важный момент. Вот это нам в перекупке стоило косарь. Что? Вот две вот этих дуги в перекупке, ну там типа через добрых людей, да, которые как бы себя не обижали, стоило косарь. Детский лук, он, по-моему, меньше тысячи. Да, пакет. Мощность этой штуки будет точно больше, чем у детского лука. Ну, это понятно, конечно. Ну, то есть, в принципе, интересный вариант, который хорош, наверное, тем, что он не требует обработки, ты всегда можешь собрать из них какой-то пакет. Но тут надо уже считать, грубо говоря, сколько вы готовы на это потратить. Да, Илюш. Вспомнил одну штуку вот по материалам. Чтобы не забыть, не... Ну вот опять же, такой же безусловный материал. Есть такой пластик, называется полиамид-6 капролон. Это возможность сделать любые силовые узлы закрепления, вот вплоть до того, что вот тот вот верхний узелок можно сделать из одной чушки. Это прямо вот отдельно всем рекомендую посмотреть, обратить внимание. Слушай, ну интересно. Да нет, он проще с тем, да, здесь все крепежные элементы, но сейчас можно будет обратить, посмотреть. Мы все собирали тупо фурнитуры различные из Леруа. Надо сказать, что в общем по большому счету, а это вообще стойка от забора бывшая. Вот. Ну, в принципе, все сложное, мы все покупали в Леруа, был бы рядом Аби, ну, наверное, покупали бы в Аби. Ну, в смысле того, что ничего суперсложного для этого не нужно. По стоимости, ну, стоимость по материалам тут, наверное, 1000 на 3 примерно. Надо все-таки все собирать посчитать. Ну, то есть... Смотрите, как бы, это стоит дешевле, чем хороший доспех, с которым вы можете с алебардой полезть всех убивать. Развлекает, как бы, как минимум двух человек с вашей стороны, ну и кого-то стоит. Возможно, ни одного. Да, по поводу участия в боевке и правилах, опять-таки, по нашему опыту, то есть мы договаривались на что? Что инженер War Machine, ну, если вы не готовы, как бы, да, там, к чему-то более серьезному, играет по правилам... То есть до них добежали, мы автоматом кончились. Ну, потому что у нас нет желающих, как бы, опять-таки, размахивать дирколем. Но тут, опять-таки, это уже чуваша душенька хочет, что правила разрешают и так далее. Но, в принципе, это вполне себе вариант. Так, сколько у нас там осталось времени еще? Сейчас 18 минут. 16-18, вот. Еще полчаса у тебя. Полчаса. Ну, во-первых, о, положено же делать 40-15 минут. Я вот говорил и тебе в переписку. Ага. Если кого-то интересует, ну... перевод черного отряда про пушки, то, в общем, там есть русская версия, английская, да. И можно сравнить самому, что там было написано Куком, что там написали, ну, переводчики. Переводчики молодцы. Да, значит, следующие, хорошо, значит, тогда всякие свистелки и перделки. Значит, по нашему опыту, да, что из уже скорее организационки и, условно говоря, ролевой игры, вам с собой понадобится некоторое количество... вам с собой понадобится некоторое количество, так сказать, ремкомплекта, который неплохо бы таскать с собой. Ну, во-первых, скотч. Все соответственно, веревка в каком-то количестве, да, опять-таки скотчем и веревкой можно. А, не так, скотчем и веревкой и плоскогубцами. И какой-то матери. Можно решить, она идет по умолчанию. Связующее звено. Можно решить, в общем, большую часть проблем, которые у вас возникают, или признать их нерешимыми. Мы таскали маркеры, потому что, например, на вот этой системе, в зависимости от того, насколько сильно вы натянули веревку, определяется дальность, и у нас на веревке вот тут прям видно, есть засечки, соответственно, по дальности. Ну, здесь они одной, мы пришли к тому, что по-хорошему нам надо делать разноцветные. Здесь мы просто играли с одним цветом, и там типа длинная, короткая, еще что-то. Мы вот в следующей игре прям будем делать себе инженерные пояса, потому что количество барахла, которое с собой надо таскать, ну, чисто, во-первых, по игре там неплохо бы таскать с собой бинт, неплохо бы таскать с собой белый харатник, неплохо бы помнить, что бинт вот для перевязанной раны не для белого харатника, там еще два бинта осталось. Вот.
плоскогубцы, маркеры, ну вот на какой-то пояс набирается, это то, что мы будем еще, соответственно, допиливать и доделывать. Если кому-то интересно, на черном отряде мы будем делать инженерную гильдию, и мы собираемся играть, это не моя идея, это идея Гроулс, но в принципе, что все инженерные команды на полигоне как бы объединяются, ну, такое правило ведения благородной войны. Не в смысле мы друг друга не убиваем, а в смысле мы убиваем друг друга с уважением. И в принципе, как бы, вот инженер это продукт сложного обучения и долгой подготовки, а лыцарь-идиот, он продукт, простите, мало благородного происхождения и папы с гербом. Как бы от него ни ума, ни надо, ни таланта. Так что, если кому-то интересно, да, можно на эту тему потом как бы сконтачиться и как-то взаимодействовать уже чисто играми. Вот, если есть какие-то вопросы, то готов отвечать пока. А, вот еще важный момент, пардон, что забыл. Вы сделали тестовый образец, он у вас заработал. Вы на основе тестового образца сделали готовый, соответственно, девайс, он у вас заработал. Не поленитесь, выстрелите из него 20 раз подряд. Вот эта шикарная сварная конструкция, крашеная, с доваренными элементами, она выросла из той конструкции, вот вы можете убедиться, как вот эта эволюция, да, как бы, вот все прекрасно, а в принципе появляется скотч. Без него эта штука не работает. Потому что здесь вставляются шпеньки, которые держат эту резинку, и примерно на 15-м выстреле, соответственно, за счет растягивания сокращения, эта резинка выбивает шпинок. Вот, соответственно, и все, ваша вот эта замечательная вещь. Мы, да, мы даже с одной стороны тут поставили специальную металлическую, соответственно, заглушечку, но она стала выбивать, она сказала, резинка сказала, хорошо, в эту сторону не работает, ладно, в другую. Как бы, мы потом поставим еще один винтик и еще одну заглушечку, но вообще всю игру она проработала на скотче. То есть, в принципе, сейчас, очень важно, да, если вам кажется, что это работает, выстрелите раз 15 и убедитесь, что она не только работает, а работает хотя бы 15 раз подряд. Но. Комментарий. Резинка имеет свойство биться, и в ней образуются дыры. Да, но надо сказать, что резинки это как бы. Надо сказать, что вот эта резинка какая-то нечудовищная, конечно. То есть, мы забили панику, когда нашли там дырочку вот такую. Я сейчас не стал перевозить эту катапульту, но все еще работает до момента, когда спустя несколько десятков выстрелов дырочка стала уже вот такая. То есть дыры все еще работают. Но в принципе. Не одна. Да. Да, вот с важным момент с резиновыми конструкциями, что когда у вас эта штука куда-то прилетает, если она во что-то бьется, у нас специально приварено смягчение, в которое она била, значит она сбилась вот сюда, и да, она сюда долетает, и просто начинает рвать. То есть с самим металлическим стеклем, в которое она делает, просто начинает, соответственно, это вот. Да, Миша. Если можно, я дополню немножко про 15 вызовов. Очень важно не просто проверить на износ конструкцию, а проверить, не проверить на разрушение, но хотя бы понимать, что произойдет когда, при разрушении. Добротность сварных швов, добротность веревочных связей, освоить такой узел под названием марка, не будущее, ну, замоточный узел, обязательно. Еще что-то, потому что, не дай бог, подведет, например, вот этот вот сварной узелочек. Вот этот вот. Это подведет, но. Там вот бумага завалена. Но в принципе, да. Ну, важный момент, да, у нас катапульты в процессе еще разработки периодически ломались. И мы так внимательно смотрели, вот оно ломается, куда оно полетит, как оно полетит. И в этом, кстати, опасность там противовесная. Я тоже не знаю. Вообще спрингалт. Это спрингалт. Это спрингалт, пруги. Ну, действие за счет пругового элемента. В принципе, это спрингалт. Как бы если вам нужно. А вообще как-то в бою условно считаем, что здесь просила. Ну, то есть, если вам нужна, ну, она классическая как бы система анагов, делается не одна рама, а двойная, эта штука переносится примерно в центр, хорошо, можно здесь для вида веревку натянуть, как бы, и все. Вот. Так. В очередной раз у меня кончились мысли, поэтому если есть вопросы, то можно задавать. Можно подойти, посмотреть, пощупать, и я могу отвечать на какой-то вопрос, в смысле уже более конкретно. Спасибо. Вам спасибо, что пришли. Я думал, будет человек. Свой драйв.
Да, ну, добывать. Так, вкусно. А можно?